Если ты еще не начал играть в Warface, то сейчас у тебя есть отличная возможность начать играть и получить огромную кучу бонусов на старте. Всего лишь зарегистрируй аккаунт, перейдя по ссылкам в описании. На первой ссылке ты получишь боевое снаряжение и оружие. На второй же тебя ждет золотой кейс, который ты сможешь открыть, и то, что тебе выпадет, заберешь себе на свой новый аккаунт. Также недавно была открыта ссылка, где ты сможешь забрать себе пушки якудза и доминировать над своими противниками. Если ты прошаренный парень, ты сможешь забрать весь донат со всех этих ссылок. Также в описании будет ссылка с гайдом, где ты всегда сможешь забрать себе халявный донат. Начни играть по этим ссылкам, и огромная статка, качественный нагиб и реально клевый аккаунт тебе гарантирован. Удачи! Привет всем, дорогие друзья, меня зовут Серега. Вы только посмотрите, что я увидел. Команда Warface объявляет охоту. Мы объявляем охоту на лучшие эмоции от игры Warface. Лучшие эмоции от игры Warface. У кого еще может быть лучшие эмоции, чем у меня? Я, конечно, мог бы вам показать офигенный эмоции игроков Warface, я помню очень много смешных эмоций от ютуберов, но давайте в этом видео просто сделаем реакцию, посмотрим мои самые смешные, угарные эмоции для игры Warface. Вот я сейчас сижу и вспоминаю, какие ролики можно для этого выбрать, я вспоминаю действительно очень много горячих эмоций, и мне, друзья, очень интересно ваше мнение. Вот вы помните вы, какие у меня были офигенные эмоции? Поставьте обязательно этому видео лайк, напишите комментарии, и если вам не трудно, скиньте какую-то мою самую дикую эмоцию в игру Warface. Что нужно сделать? Найти в любых видеороликах, связанных с Warface, самые искренние эмоции от Warface. Это могут быть реакции на победу или поражение, смешные моменты, успешные команды взаимодействия или что-то еще. Серьезно, это все правила, то есть ни мата, ничего остального. Знаете, недолго думая, я уже захотел пересмотреть моменты, где я открывал кучу золотых контейнеров. Напомню, чтобы открыть 2 золотых контейнера, нужно было слить 10 тысяч рублей. И эмоции там, конечно, были очень даже интересные. Сразу хочу предупредить, возможно, вот этот молодой человек будет материться. Я не буду материться, я адекват. Вот этот вот человек может материться, это к нему все вопросы. Пожалуйста. Тут, в общем, прикол в том, что абсолютно весь данный, только 3 пушки варбаксов, которые на тот момент не стоили ничего. Но сейчас объясню, почему это действительно запоминающий момент. Ты будешь, значит, нормальное. Золотовый! Сука, блядь, дай в рот, ебал, Так, ладно. То есть из где-то 15 пушек только 3 пушки за варбаксы могли выпасть. И чтоб вы знали, я очень их много открывал. И маленький спойлер. Один только донат выбил из этого всего. Один донат. Пистолет. Хорошо. Может быть, сейчас повезет. Может быть, сейчас повезет. Пожалуйста. Ты, сука, охуел, блядь. Искренне! Это что за хуйня нахуй? 2 золотые АВМки? Ай, бля, искренне эмоции, сука! 2 золотые АВМки? Вы пидорасы, а? Вы придумали, бля, хуйню. Пидорасы, вот реально пидорасы. Как это еще можно назвать? Да я за 20 тысяч рублей мог купить 20 миллиардов варбаксов. А теперь, сука, заходим на официальный сайт Warface. Смотрим, сколько стоит золотая АВМка, блядь! 10 тысяч кредитов! Ладно, может быть, АК-47? 12 тысяч кредитов! Ну ладно, может быть, 10... 10 тысяч кредитов! Десертыгл золотой! Открываем, сейчас сразу, смотрите, оп, гранейдер! Золотой калаш, на... Охуенно! Охуенно! Дайте лизну лысину, ну хай ты пидор, блин, что это за хуйня, блин? Это хуйня, говорили, понимаешь? Я понимаю, когда пишут вот на официальном сайте Warface, вы писали, что каждый, кто купит зимнюю охоту, 100% получит золотой ствол. Ну и ладно, я скажу, что вы, блядь, были написать, что каждый, ну там еще 5000 рублей, блядь, ну 5000 рублей для кого? Кстати, в натуре, чтобы каждый получил золотой ствол, но чтобы получить золотой ствол, тогда нельзя было качать аккаунт и просто играть. Именно нужно было 5000 рублей потратить, чтобы получить золотой ствол. Никак по-другому ты это не получишь. Играешь это не... Деньги я столько в секунду, да, получаю. Хорошо, ты забыл об этом сказать, написать. Ну сука, это что за хуйня? Человек потратил 5000 рублей. Почему у него нет шанса получить хотя бы ёбаный золотой топор? Ёбаный золотой топор. Нахуй мне твой калаш нужен? Он хуйня. Понимаешь, хуйня. Золотой топор хотя бы нужен. Пиздец. Ну давай. Давай, засунь твой инсыч. Покажи мне. Давай, открой. Да. Ну нахуй, серьезно. Бля, я думал, что-то другое выпадет. Сука, пид. Просто, это понимаете, это просто вот когда ты...
Ты просто хотел реально, вот просрал все свои бабки, просто хотел что-то крутое, и получается золотая ВМ! Какая нахуй золотая ВМ-ка? Нахуй мне нужна ваша золотая ВМ-ка? Я за 10 тысяч рублей не хотел получить золотой калаш и золотую ВМ-ку. Давайте я лучше верну вам 10... и дам вам еще сверху 10 тысяч рублей за то, что вы засунете себе их в задницу и сдунете их на видео. Че за хуйня? Вы готовы? Боже, как я много их открывал, почему их так много? Вы готовы? Да ну нахуй! Золотой дигл нахуй! Сука, блядь, хедшот бы кому-нибудь поставь, сука, эту хуйню создал, так блядь, аминь, пожалуйста. По-моему, тут второй дигл выпасть, ну это же просто наебало. А сейчас это херня? Не падай, чуть на голову мне не упало, я чуть не обосрался. Только что лампа не... Думал, блин, Хаймзона вслух, короче, упомянул, и сейчас лампа меня прибьет нахер. У меня лампа такая висела над башкой. Мне дигл упадает, я, короче, кулаком об стол бью, и она чуть на голову мне не падает. Что это за хуйня, бля? Два золотых дигла за 10 тысяч рублей. Тут не лежит ни хуя интересного. Два золотых дигла, блядь? Сука, что нахуй? Я не знаю, конечно, я до сих пор не остановился. Вот тут есть какое-то продолжение банкета. Мне давай. Страшно смотреть, я вот это не помню. Давай, давай! Донатит! Донатит! Ты чё, опять, сука! Нахуй! Пи***ю, мудак ебаный, блять, АВМ! Опять АВМ, блять! История просто нахуй повторяется. Господи, 48 тысяч кредитов, это чё вообще за год, блин? О, золотой скаут упал. Блин. Охренеть. Серьезно? Охренеть? Я себя не узнаю, кто это такой вообще. Коробки умудряются лагать, блин, ну это капец просто. Это что, второй золотой? Что, блядь? Да всегда золотой, нахуй! Вот это я себя узнаю! Он у меня есть на сервере Альфа, и теперь он у меня есть на сервере Браво. Вы что, серьезно, что ли? Охренеть. А, да, это Браво Чарли. Просто по... Я в шоке. Сапом. Сапом. А, золотой! Золотой! Охуеть. Ты че, серьезно, блядь? Охуеть! Смети коробок! Ну то же золотой, смети коробок! Третье видео подряд, блядь, золотой выпало, охуеть! Ой, вот это время! Ты серьезно, что? Я тебе говорил, блядь, я тебе отвечаю, нахуй, ты вот... Это мой золотой X, на который я слил 60 тысяч кредитов в Новый год! Это когда... Да, я помню этот момент! Да! Во, X падает более-менее, или это не про... Охуеть, да, мама! 11 часов, да, я руду! Я не зря сидел, А, да, я сидел же целый день и крутил, потому что они лагали. Мигает, походу, канал. О, господи, золотой ктар! Может быть, не надо, может быть, это знак-то... Да ну нахуй, выбил, пиздец! Голос сорвал! Блин, ну я когда его вбивал, я ж не знал, что он таким говном станет, и его еще продавать за 3000 кредитов будут. Я тебе голос сорвал, ёбаный в рот! Золотой ктар, ой, господи, спасибо, как я тут рад был, я знал, как я тут реально, на Новый год сделаете, как подарок. Я тут реально рад был, когда ктар. Золотой ктар, вот эти, золотой, как он классный, а потом админы просто брали и добавляли по 3000 кредитов их. Почему я выбрал именно это видео? Вы еще это единственный. Мне сейчас каждый раз, когда мне что-то с кейсов не упадает, я трачу по 10 тысяч рублей на кейсы. Мне что-то не упадает. Да еще тебе будет в этом видео выпад Крис и еще что-то KX308. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Единственный раз, когда мне что-то нормально выпало. Просто кайфую с этого момента. Крис навсегда. Это просто жесть! Да ну тебя в пизду! Ты серьёбнулся, что? Охуеть же можно просто, что? Чуваки, я сейчас еще. Просто в ахере! Совсем пару дней назад! Сука, да это невозможно! Да ты что, ёбнул? Это что такое вообще? Это не монтаж, что это такое, сука? Просто, что? Это реально, это было не, ну это бред какой-то, вот что? Как это могло? Что? Вообще ни хрена не падать, из 13 кейсов сразу 2 крутых доната навсегда, ну как? Спасибо, друзья, огромное то, что подались вместе со мной этой ностальгии, посмотрели очень яркие эмоции с этих видео.
Не знаю, конечно, подойдут ли Warface, ведь тут можно получить за это, кстати, не забыл сказать, наградной бронежилет навсегда за то, что вы скинете какую-то крутую эмоцию, которая будет действительно эмоциональной, интересной. Конечно, у меня есть эмоции без мата, но я таких что-то вообще не припомню, блин, я готов сам наградной бронежилет отдать тому, кто найдет эту странную эмоцию без мата у меня. Спасибо, друзья, огромное за просмотр, не забудьте поставить этому видео лайк, подписаться на мой канал, написать комментарий. Спасибо огромное, друзья, что смотрите. Увидимся, ребят. Пока.